несмотря на то, что территориально это произошло на территории города Москвы, мы, естественно, были готовы помочь и чем могли там обеспечить безопасность. Октябрьской железной дорогой специалистами было выставлено специальное ограждение, спецпоезд с подъемным краном стоял на железнодорожных путях, вот, так что безопасность была обеспечена. С 2014 года мы ведем совместную работу с УАО РЖД по строительству нового моста в районе платформы Нового Подрезкого. В этом году мы с нетерпением ждем сдачу нового моста через железную дорогу.